На сегодняшний день ни одно событие любого уровня не проходит без участия волонтеров. Добровольцы – это люди, безвозмездно оказывающие помощь во благо страны и общества. 5 декабря инициативные и неравнодушные ребята во всем мире отмечали свой профессиональный праздник. Представители омских студенческих волонтерских организаций в преддверии праздника собрались в Омском государственном техническом университете, где состоялся второй студенческий фестиваль молодежных добровольческих инициатив, направленных на развитие и популяризацию студенческого волонтерского движения региона. Деятельность волонтеров нашего региона неоднократно отмечена за его пределами. Это доказывает, что добровольческое движение Омской области развивается и растет быстрыми темпами. Весома практическая польза деятельности волонтеров и для самого региона. По праву можно сказать, что вклад волонтеров он неоценим. Такое количество волонтеров, которое работает на всевозможных мероприятиях, которые проводятся и в Омской области, и в целом по стране, на самом деле он впечатляет. Ребята выполняют любую работу. Они помогают и детям, помогают инвалидам, помогают пенсионерам. Они в настоящее время не проходят ни одно крупное мероприятие без волонтеров. Представители активно развивающегося направления добровольчества в чрезвычайных ситуациях получили свои награды за самоотверженную помощь в ликвидации последствий паводка в северных районах Омской области. Действительно, в этом году у нас получился очень насыщенный год в рамках направления добровольцев в чрезвычайной ситуации. Это ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в северных районах нашей области. По разрешению губернатора Омской области при поддержке правительства Омской области мы выехали и ликвидировали последствия. Помогали бабушкам, дедушкам, просто семьям убираться, расчищать те участки, которые были очень сильно затоплены. Помимо этого, Союз добровольцев России является организатором совместно с правительством Омской области по сбору гуманитарной помощи на юго-восток Украины. Итоги своей деятельности за 2015 год, а также планы на год предстоящий, представители волонтерских организаций со всей области обсудили на тематических площадках. Добровольчество как профессия, добровольчество в Омской области – точки роста, роль добровольчества в преобразовании информационного пространства и год 70-летия Победы как новый этап развития добровольчества в России. Фестиваль в этом году прошел в Омском государственном политехническом университете не случайно. С декабря 2014 года здесь успешно функционирует региональный штаб Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, активная работа которого продлится и далее. Радостная вещь, что у нас волонтерский корпус не заканчивает свою деятельность. Он продолжит в новом формате. Как нам сказали, это волонтеры Победы. Основная суть данного направления будет это патриотическое направление. Именно патриотическое воспитание молодежи, проведение всероссийских акций. Это прекрасно, что такой проект все-таки продолжается, и он рассчитан не на один цикл в год, а на дальнейшее время. В следующем году участников третьего студенческого фестиваля молодежных добровольческих инициатив будет принимать Омский государственный педагогический университет. Далее участники фестиваля отправились в топ-театр «Санатория Рассвет», где их ожидала праздничная программа, посвященная Международному дню добровольцев. Яркая концертная программа включила в себя разнообразные юмористические, песенные и танцевальные номера. Также в рамках программы за активную и продуктивную работу благодарственными письмами были награждены лучшие представители различных направлений волонтерского движения, которые, обладая развитыми навыками и умениями, оказывают существенную помощь органам государственной власти и населению нашего региона во всех сферах жизни.